Кубань, в черте столицы Казацкого края, города Краснодар. А это Затон у Парка Победы. Вы не поверите, но здесь ошвартована самая настоящая подводная лодка. Единственная подводная лодка в предгорьях Кавказа. Это субмарина 615-го проекта. Лодка была построена в середине 50-х годов и от субмарин прочих проектов отличалась тем, что могла как над водой, так и под водой ходить на дизельном двигателе. Ей не нужно было подниматься на поверхность для перезарядки батарей. В надводном положении выхлопные газы отводились с помощью вот этой трубы, а под водой поглощались специальной химической системой, расположенной внутри корпуса. Подводные лодки 615-го проекта служили на всех флотах Советского Союза. Это на Черном море. В начале 80-х лодку на плаву завели с помощью буксира по высокой воде в реку Кубань и ошвартовали здесь. В Затоне. По городской легенде, эта подводная лодка была однажды, якобы, в день военно-морского флота угнана с места стоянки ветеранами-подводниками и проведена аж до Тургеневского моста по реке Кубань. Многие в эту легенду верят. Где бы вы ни жили, любите родной край, любите историю родного края, потому что без таких историй родная земля превратится просто в территорию.